Доминикана, Рим, Турция, Грузия, Пелопоннес, Греция. Все мои отпуска, дождь, меня обожает, шумит, гром. Да, добро пожаловать в мой новый влог, а именно в Грецию на Пелопоннес. Доброе утро! Нисалок-лок-лок идет. Плакодил-дил-дил плывет. Тони, погода вроде заканчивается, и я хочу вам показать, как у нас подмыло весь пляж. Сейчас. Ребята, добрый вечер! Наверное, день четвертый или пятый уже нашего пребывания, но я никак не могу заставить себя взять камеру. Такой Бука. Как вас зовут, Бука? Собственно, в прошлый раз я забыла взять, а в этот, пока помню, сразу же вам покажу. Та-дам, моя пара от Mixit. Одно масло для загара, которое лежит всегда в моей сумке, и второе масло-хайлайтер, который блестит и очень красиво смотрится на теле, розового цвета. Наносим вот таким образом и просто растираем. И посмотрите, как это красиво переливается. Это такая изюминка, но смотрится потрясающе. Очень много народу спрашивают, что это такое? Потому что, ну, кто девочки, тот поймет, что смотрится, правда, красиво. Как ты Геру обнимаешь? Какой же концерт? Нет, не бьешь, а обнимаешь его. Обними. Не сегодня. После мега насыщенного влога из Грузии я понимаю, что в Греции снимать нечего. Потому что у нас режим из серии «Поел и лежим». Вот, сейчас вышли в деревню прогуляться. Здесь с того года, помню, еще очень красивые всякие улочки. Они очень-очень маленькие, вообще деревушка крайне маленькая, но локация для пофотографироваться у Насти есть. Я, девчонки, вообще в натуру шла, прям вышла, прям не знаю, что делать даже. А ты куда? Пока. Самостоятельный молодой человек. Сам. Как вкусно. И вот наша коронная. Ежегодно, постоянно, неважно где и почему. Да?
Простите меня, пожалуйста, но это полный трындец. У нас второй день, идет дождь стеной. Капец. Айвазовский. А, мои штаны. Иногда такое бывает, когда ты сидишь, загораешь и думаешь, как жарко. Хотя бы одно бы облачко появилось. И вот ты на карках. Морю говорил это морю, говорил это морю, говорил это морю, говорил. Я тихо морю говорил это морю. Дети любят меня, а я люблю своих детей. Особенно Робик любит меня очень сильно, особенно затылком и по ночам. Угу. Мои два червячка. Шпана. Оу, 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 Робик. Такой у нас вид из номера. Я с прошлого года помню, что у нас здесь, когда выходишь из отеля, есть лошадки. Вот, и на них можно покататься на тележке, либо просто на пони верхом. Так что мы вышли пораньше узнано и пойдем искать лошадок. А еще она мне рубашка, которую купила в Грузии. Помню, я тебя помню в прошлом году, но это был не ты. Ты такой классный. О, малышка. Лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, Вер, ты ну навсегда. Что, ты пойдешь? Тебя пони ждет. Ну, наверное, 10-15 минут. Где? Красиво! Эй, гайс, у меня все мая. Наш кабачковый отпуск продолжается. Что мы делаем? Мы едим, спим, спим, едим, едим, спим. Иногда куда-то ходим. Вот сейчас, в данный момент, мы идем в аквапарк.
твою любовь. На самом деле удал, на самом деле удал, на самом деле удал. Твоя любовь на самом деле удал, на самом деле удал, на самом деле удал. И вот опять, что снимать в аквапарке, если мы были в Турции, я снимала в этом же комплексе, как Гера катается. Не знаю, у меня зато классный купальник с ананасами. Ну что, куда можно отправиться в самый солнцепёк, когда вот солнышко, знаете, такое самое доброе, в районе часа или двух, в магазин за персиками и нектаринами. Гениально? Гениально. Как сказал бы мой муж, ну вот, попили пивка. У нас уже второй день непогода. Ну, глядя сейчас на солнце, наверное, так не кажется, но оно буквально вышло, как только мы заказали такси. В 10 минутах от отеля есть крепость, которая называется Кастро. И мы сюда приехали просто прогуляться и немножко развеяться. Так что пойдем покажу, что мы тут найдем. Масло лето всегда, ты навсегда, лето всегда, ты навсегда. Лето всегда, ты навсегда, лето всегда, ты навсегда.